Виктор Иванович, дорогой, от всей души мы хотим вас поздравить с Всемирным днем донора крови. Ну, спасибо. Пожелать вам здоровья, благополучия, спасибо, долгих лет жизни. Благодарим вас за то, что вы внесли такой, так уже много такой вклад огромный в донорское движение, за то, что вы есть. Виктор Иванович Костин – почетный донор России. Хирург. В 80-х руководил Артемовской городской больницей номер один. Не понаслышке знает, как важна каждая капля крови. Донорство для него – норма жизни. В институте сдавал и работал, и кровь сдашь, и тут же на операцию идешь. Я ж начал с района работать. А потом мне объявили, что я почетный донор. Посещение доноров ветеранов на дому организовали общество «Доноры города Артема» и Центр медицинской профилактики. Акция посвящена Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Сегодня мы выбрали из всего количества почетных доноров, которые состоят у нас в отделе защиты на учете, категорию доноров, которым 80 и выше, то есть которые являются ветеранами. В Артеме проживает около 400 доноров крови. Организаторы акции посетили 24 ветерана донорского движения. Самому старшему из них в этом году исполнилось 90 лет. В качестве подарка почетным донорам вручили продуктовые наборы от администрации округа. Нина Рукавицына – одна из тех людей, которые всю жизнь посвятили донорству. Чтобы стать почетным донором, необходимо пройти не менее 40 кровосдач. Нина Андреевна с лихвой перешагнула этот показатель. Призналась, что подсчитать, сколько крови сдала, просто невозможно. Я решила помогать людям, тоже же надо кровь. Многие же болеют. Я решила помочь, потому что у меня мать болела, у меня сестра болела. Им тоже кто-то же кровь сдавал, понимаете? И я решила тоже сдавать. Мама говорила, надо людям помогать. Сегодня Нина Андреевна возглавляет семейную династию доноров. Ее примеру последовали 7 человек, дети и внуки. Сожалеет только об одном, что в Артеме закрыли станцию переливания крови. Это очень плохо, что станцию переливания здесь закрыли. Многие бы сдавали бы в Артеме. Владивосток много же не наездится, и Владивосток к нам часто не приезжает. Поэтому... Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Норик, Артем ТВ.